Да, господа. Никто не... Теперь пробуем... Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янаев. 18 августа 1991 года. Заявление советского руководства. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу, в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества, исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. Первое. В соответствии со статьей 127.3 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения, и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечение законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года. Второе. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза СССР. Третье. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР ГКЧП СССР в следующем составе. Бакланов, первый заместитель председателя Совета обороны СССР. Крючков, председатель КГБ СССР. Павлов, премьер-министр СССР. Пуга, министр внутренних дел СССР. Стародубцев, председатель Крестьянского союза СССР. Тизяков, президент Ассоциации государственных предприятий
и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Язов, министр обороны СССР, Янаев, исполняющий обязанности президента СССР. Четвертое. Установить, что решение ГКЧП СССР обязательно для неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории Союза СССР. Янаев, Павлов, Бакланов. 18 августа 1991 года. Мы передавали заявление советского руководства.